Ночная погоня за нарушителем длится несколько минут. Из старой ВАЗовской «семерки» 19-летний водитель пытается выжать максимум скорости напрямой. Но чудо не происходит, это не гоночный болид, но молодой человек, похоже, этого явно не понимает. Полицейские, в свою очередь, стараются не форсировать события, давая злоумышленнику время на принятие правильного решения – остановиться. Останавливаемся, ВАЗ-2107. Будем применять оружие, если остановка не будет осуществлена. В итоге двум экипажам ДПС удается загнать нарушителя на обочину и произвести его задержание. Как выяснилось, дорожный лихач не имел права управления транспортным средством. Кроме того, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Решением суда ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.